ты сюда пригласила. Значит, сейчас я не уйду без того, чтобы вам не показать три божественных трезвучия, как его выполнять, для того, чтобы они, попав в ваше тело, устроили ваше произношение ваших гласных, чтобы они вам открыли звучание тела, чтобы вы знали, как эти три звука расположены в нашем теле. Вот, значит, поэтому, значит, давайте начнем, они в таком порядке всегда, И-О-А. Если помните, имя Бога – это Егова, и очень много АОМ обязательно произносится через это, но здесь главное – поймать, что такое И. По Пифагору, по древнеегипетской мистериям у них это, ну, это божественные звуки, они магические на самом деле. Вот, поэтому И, произведите звук И, пожалуйста, И. И. Вот, он, видите, вот так вас учили. Это неправильно. И – это как И с точкой. И тяните сколько угодно. И теперь это луч, это линия, это золотая, серебряная, светящаяся нитка. Это ниточка, которая нас привязывает к космосу. Но я занимаюсь искусством, а не наукой. Поэтому давайте-ка представлять, без фантазии, без воображения речи ничего не значит вообще. Без метафоры. Поэтому без образа мы не будем. А мы возьмем ниточку эту, вот, и продвинем ее через тело. Теперь тихонечко встали, как мы вас учили. Палочка, как они встают, красиво уже. Красивенько встают. Да. А теперь продернули, вам уже так будет легче. Светящийся нить. Теперь с кайфом. А теперь вы можете рисовать этой ниточкой. Это ниточка может быть, да? Поэтому звуки нитка, бич, шпиль, они все длинные, эти слова. И обязательно у них за ними стоит образ удлиненный. Это и мы сделали. Теперь мы стали жадными, кровожадными. То есть и я ниточка, я линия. Через себя вы это протянули. О, я планета, я самый главный, я властелин. И внутрь, оно на, вот, часто актеры срывают голос на звуки о, потому что они его вынимают сюда, в пространство. О, направлен внутрь. Вот это собирающий звук. Поэтому стали жадными, глаза жадные сделали. Жадные глаза. Теперь что-то представьте, что вы там любите, и нахватали. Правильно, правильно. Ну только чего мало-то взять, что такое. А теперь много-много. В этом звуке. А это вы песчинка. Это христианское наше, так сказать, ощущение мира, что я песчинка. И вы растворяетесь. Вот когда бежали на амбразуры, орали «Ура!», они что думали, как они бегут, там чего-то, да? Они орали «Ура!», «А!» обязательно кричит человек. Рождается «А!», умирается «А!». Он растворяется. Поэтому сейчас постарайтесь растопырить вообще все, что у вас растопыривается. Вот. И молодежь, они. Значит,
Поэтому мы сейчас начинаем с и давайте. Только и. Слушайте друг друга. Каждого человека слушаем. Я его слушаем каждого. Теперь к ним добавляется. Продолжайте и. И продолжаем. Вместе все продолжаем. Все, кто А, слева, остальные А. А теперь думаем, слушаем каждого. Вы сейчас эгоисты немножко. Мы слушаем каждого. Кто рядом, постарайтесь услышать всех. И сейчас то же самое мы повторим. Эти три звука. Божественные трезвучие. Поехали. Все сейчас берем. И только тихонечко, не орем, не вопим. Вот, теперь каждый берет свой любимый звук. Поехали. Театре, в древнегреческом театре, представьте, там, где, например, в Эпидавре вы стоите, да, и вот, поехали. Thank you.
Вот-вот-вот, пошла музыка, мальчишки. Животные какие-то такие. А получился звук музыкальный. Вы стали петь, понимаете? Фактически это такой звучащий мир возник из вас. Вы его построили. И вывод такой. Мы все, кто здесь есть, внутри нас есть личность. Внутри нас есть целый мир. И когда мы вякаем, шмякаем, когда мы не бережем, не уважаем этот мир и не уважаем в другом человеке его, не выращиваем, и в себе не выращиваем, мы получимся бытовыми людьми, потребителями. Сейчас вы работали как создатели. Вы сейчас создавали. И вот какие-то моменты вы чувствовали. Кайф получили? Нет, честно? Да. Да. Руки подняли, кто получил кайф? Да. Ну, практически. И от этого кайф, когда ты правильно звучишь, когда ты правильно расположен в пространстве, вы получаете от этого, и если вы получаете удовольствие от звука, который, значит, у вас он правильный. А когда вы бытово начинаете там это селфи, шмелфи, там вот это вот все, это не к месту. Вы должны относиться благоговейно к производству звучания. Спасибо. Вероника Александровна, за то, что она приехала на Пензенскую землю, провела свой великолепный мастер-класс. Это вам. Жар-птица. И самый эксклюзивный подарок, первый, который мы вручаем на нашем фестивале, это колокольчик. Это авторский колокольчик. Деревянный. А давайте его сделаем. Давайте со смехом. Спасибо большое. Друзья, наша жизнь складывается таким образом, что наш проект немножко сдвигается. Сейчас мы будем смотреть спектакль «Гамлет» Шекспира, который поставил Вероника Александровна Васильковой, в которой играет Екатерина Анатольевна Дорохова. Это такой эксперимент, где звучит фольклор в «Гамлете». Затем будет спектакль «Финишский Пушкин», и затем, если мы успеем, «Русская душа». Прошу вас не расходиться. Так, перерыв нужен? Нет, перерыв не нужен. У нас нет времени на перерыв.